переправа, переправа, берег левый, берег правый. На правом берегу Клязьмы, на новой набережной вдоль улицы Шмидта, очищенная от снега пешеходная зона. Мост через реку в районе Техноткани и лестницы к нему тоже чистят. А вот на левом берегу, по направлению к Талсинской улице, картина совсем другая. При том, что люди ходят здесь постоянно.